Здравствуйте, вы смотрите новости. В студии Нина Приходько, и прямо сейчас главные темы выпуска. Опасная находка в ростовской многоэтажке. Оперативники ищут хозяина боеприпасов, спрятанных в подсобке дома. Вышел сотрудник милиции в кратчайшие сроки, просим покинуть здание, то есть есть риск. Очередь в дошкольные учреждения тает. В советском районе после капремонта открылся детский сад. Его сделали, и сделали довольно-таки основательно, хорошо. Здесь есть вот игровые комнаты, есть хорошая медицина. Это садик, наверное, по сегодняшним меркам один из самых безопасных. «Сила в голосе». В городе стартует первый сезон музыкального реалити-шоу «Суперстар Ростов». Ростовские полицейские выясняют, откуда в хозяйственном помещении многоэтажки взялся мешок с боеприпасами. Его обнаружили работники управляющей компании дома на улице Еременко. Из-за опасной находки жителей одного подъезда пришлось эвакуировать. Хронику событий пыталась восстановить Виктория Щетинина. За этой дверью и пряталась опасная находка, рассказывает сотрудник управляющей компании Максим Хлобыстин. Во время плановой проверки хозяйственного помещения среди коробок с различным мусором он наткнулся на подозрительный мешок. В задней части комнатки этой был обнаружен мешок, в котором и находились данные предметы. Ну, какие предметы, сказать конкретно не могу, это все у сотрудников правоохранительных органов, уточните. Оперативно, ну, сразу как только нашли, вызвали, прозвонили участковому. Вот, следом прозвонили в дежурную часть советского района. Очень оперативно подъехали сотрудники. Полицейские оцепили территорию возле второго подъезда, а людей оперативно эвакуировали. Никакой паники не было. Все спокойно и с пониманием отнеслись к информации о возможном взрывном устройстве, вспоминают жильцы дома. Звонок в дверь раздался, вышел сотрудник милиции. В кратчайшие сроки просим покинуть здание, то есть есть риск взрыва, что такое. Нашли, вроде как обнаружили взрывоопасные какие-то предметы. Ну, быстренько собрались, вышли. Здесь уже ограничена была территория, то есть лентами. Ждать развязки остросюжетной истории на улице людям пришлось недолго. Через полчаса взрывотехники увезли подозрительный мешок. Там оказались спрятаны боеприпасы. В советском районе города Ростова-на-Дону полицейскими обнаружено было небольшое количество боеприпасов. В настоящее время боеприпасы направлены на исследования. Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, которым принадлежали боеприпасы. Пока правоохранители выясняют все обстоятельства, управляющая компания сменила замок на двери в злополучное помещение, чтобы больше никто не смог складировать там свои вещи. Виктория Щетинина, Владимир Дудник, Южный регион Инфо. Наказание за неопрятный вид. Профильный департамент возбудил 5 административных дел против автотранспортных предприятий города. В ходе проверок всего за 2 дня специалисты выявили 39 нарушений по организации перевозок троллейбусами и трамваями. Большинство из них связано с неудовлетворительным санитарным состоянием подвижного состава. Организациям предстоит заплатить штрафы. Очередь в дошкольные учреждения Ростова уменьшилась в советском районе. После капитального ремонта открыли второй корпус детского сада номер 175. Маленьких горожан ждут 12 групп полного дня пребывания. На торжественном открытии побывала наша съемочная группа. Изучить мир фауны или увлечь детей настольной игрой с таким помощником гораздо проще, говорят педагоги. Открываем, смотрим. Кто же здесь у нас прячется? Это кто? Это ребенок самостоятельно может выделять или передвигать объекты, рисовать или писать на экране. И открывай ее, и открывай. Ой, какая картинка. Это кто? Гламур? Лямур. Интерактивный стол стал настоящей достопримечательностью отремонтированного детского сада. Сегодня его показывают всем гостям, будущим воспитанникам, их родителям и властям города. Это просто находка. Включает в себя массу очень интересных развивающих игр, направленных на всестороннее развитие ребенка. Это и всевозможные бродилки, лабиринты, я сейчас вам покажу. Это на развитие логического мышления. Это здание и проектировалось как детский сад, но в 90-х за ненадобностью его перепрофилировали, разместили здесь школу.
Настало время собирать камни, когда дошкольных учреждений стало не хватать. Его вернули в систему дошкольного образования. Считаю, это абсолютно правильное, нормальное решение. Хотя на тот период оно тоже было спорным. Но то, что его сделали, и сделали довольно-таки основательно, хорошо. Здесь есть вот игровые комнаты, есть хорошая медицина. Это садик, наверное, по сегодняшним меркам один из самых безопасных. На двух этажах оборудовано 12 групп на 310 мест. Медицинские, пищевой блоки, музыкальные, спортивные залы и кабинет педагога-психолога. Чтобы полностью ликвидировать очередь в детские сады, уже в этом году нужно построить еще 12 дошкольных учреждений, посчитали в администрации. Цена вопроса почти 1 000 000 000 рублей. Помогать с финансированием пообещали в правительстве области, но преобразовывать школы в детсады власти Ростова больше не планируют. Виктория Щетинина, Владимир Дудник, Южный регион Инфо. В Ростове организовали 13 мест для проведения крещенских купаний. И традиционно большое число желающих принять водные процедуры ожидается у источника гремучей родника Сурбхач в Кунжинском парке и Ботаническом саду. Полный список специально оборудованных точек опубликован на официальном сайте Министерства чрезвычайных ситуаций по Ростовской области. По сообщению ведомства, купели оборудованы лестницами и перилами при входе и выходе из воды, а также специальными ограничителями, которые не позволяют заплыть под лед. Дни купания. На дежурство выйдут спасатели, бригады скорой помощи и сотрудники полиции. По проекту ростовской молодежи в городе обещают установить скульптурную композицию «Выпускник школы». Как сообщают на сайте администрации, уже объявлен конкурс среди школьников и студентов на разработку лучшего макета. Главные требования организаторов конкурса – единство замысла, художественная ценность и оригинальность. Все участники могут представить свои разработки до 10 апреля. Внимание, розыск талантов! Сегодня на нашем канале стартует первый сезон музыкального реалити-шоу «Караоке-баттл Суперстар Ростов». Каждую неделю 15 участников будут бороться за выход в полуфинал. Главное оружие – собственный голос. Организаторы дают полную свободу. Конкурсанты смогут исполнять как уже известные хиты звезд, так и композиции собственного сочинения. Подробности предстоящей песенной битвы в нашем сюжете. На этой сцене можно все – петь на греческом, английском, танцевать и даже импровизировать. Но для профессионального жюри главным критерием остается голос участников. Такого в донской столице еще не было. «Суперстар Ростов» – первое музыкальное реалити. Авторы проекта – «Медиа-сити Ростов Лайф». Главный партнер – арт-шоу-ресторан «Портланд». На сцену его новой караоке-площадки «Папа Джо» каждую неделю будут выходить 15 исполнителей. Лучшие встретятся в финале, а победитель получит в подарок песню от ростовчанина, ныне известного композитора, который работает с королем российской эстрады Филиппом Киркоровым, Анатолия Зубкова. Я люблю Ростов, это мой родной город, и в нем живут талантливые люди. Буду внимательно следить за ходом конкурса и обещаю быть беспристрастным. Хочу всем пожелать удачи, а победит сильнейший. В составе профессионального жюри – деятели искусств ростовских театров и консерватории. Оценивать участников будут по трем основным критериям – вокал, артистичность, сценический образ. Ребята, когда вы стоите и смотрите в текст, мне тоже почему-то хочется не на вас смотреть, а тоже в текст. Имейте это в виду, пожалуйста. А еще небольшое пожелание – понимайте, о чем вы поете. Иногда… Некоторые не понимали. Каждый желающий может присоединиться к происходящему и стать частью нового телевизионного проекта. Смотрите «Суперстар Ростов» на телеканале «Ростов на ТВ» и РБК «Южный регион». Такова новостная картина этого четверга. Следите за жизнью города на нашем портале rostoflife.ru. Делитесь фото и видеоматериалами с места событий. Достойное покажем в эфире. Я же с вами прощаюсь. До встречи.